Пятое место занимали они после короткого танца. Уступали нашим Степанову и Букину. Не так много, кстати. 1 балл и 23 сотых. Ну что ж, эффектная концовка. Но вот мы видим, что все-таки по сравнению с первой канадской парой вступили они в техническом плане довольно много. Где-то 4,5 балла.
Ну что, сейчас мы будем подводить итоги выступления фигуристов из первой разминки. Ну и вот, я уже говорил, что плотность результатов очень высокая. И Элизабет Парадис и Франсуа Хавьер Уэллет, которые занимали последнее 8-е место при результатах короткого танца, судя по всему, сейчас поднимутся уже достаточно высоко, где-то с 8-го как минимум на 5-е место. Ну, если, конечно, их не обойдут все-таки американцы. Они им проигрывали 3 балла по результатам короткого танца. Ну, полностью справились со всеми элементами фигуристы из Соединенных Штатов Америки. Но вот, правда, тут очень многое зависит от уровня. Та же дорожка шагов у них второй уровень. Правда, поддержки все 4-го уровня, твизлы 3-й уровень. Ну и оценки за компоненты программы где-то в районе 7 средняя. Да, они только вторые. Ну вот, интересные такие результаты выступления.